Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Реактор. Мы продолжаем прохождение Watch Dogs. И в прошлой части мы... Чё это за лазеры такие у меня светят? Что там снайпер такой, а? Крутой. О, видите, красный лазер? Луч. Луч, я бы сказал. Лазер меня бы давно распилил бы. Единственный член политической партии. Ну их хер. Чувачки, мне повелено у вас тачку угнать. Что, поставим на стелс сначала? Так, давайте-ка мы сначала влезем, потому что мне кажется, здесь какой-то чувачок сидит. Нехороший. Надо с ним разобраться, пока меня никто не видит. Хотя я сомневаюсь, что-то его уже нету, потому что закричал как... А вот он. Ошибочка. Ошибочка, ребятушки. А, у меня же такая же, по-моему. Или это СВД? Непонятно. По-моему, СВД. А у меня какая? У меня типа круче. Вот, кстати, можно будет. Ну да, ну да. Его поставили в самый нужный этот момент. То есть самую. Ну, посередине, короче, поставили, типа забираем. Можно прямо рвануть, схватить и уехать, но надо без царапин. А мы без этого не умеем. Чувачки. Сигналку можно отвлечь тем самым. Была бы снайперка с этим. С глушаком. Вообще базар ноль. Я пью. И все. Машина моя. Туда подвлечь. Че? Заблокируем. Взорвать. Не-не-не, взорвать. О, кого сейчас бомбанет? Ты там машину только не взорви. Походу, меня запалили. Как ты меня запалил, а? Ну и какой прочный. Как он меня запалил? Он шел и ухо меня заметил. Ну что за бред? Ну, ребят. Не, на класс не хочет. Бух! Че, подкрепление не получается вызвать, да? Ой, какой отстой. Вы что там, офигели, что ли? Ладно. Устроим. А у меня какая-то есть. Ну, СВД у меня тоже есть. У меня как это там было? Во, М107. Сейчас проверим. Во! Вот это вещь. Типа как... Ничего себе, она даже пробивает. А та не могла пробить. Ну, типа как этот, Барретт. Типа что-то того. Вон еще один. Я сейчас вызову. Где он? Только одного вижу. Чувак очкует. Кто там хотел вызвать подкрепление, а? Ладно, я могу на самом деле его по камере запалить. Да, я такой. Я сейчас видел, кто-то меня снайперил. То есть целился. Еще где-то один сидит, зараза. Сейчас вычислим. Выставни. Зачем? А, вон он.
Чё? Вот это, по-моему, у нас, да? Тут по патронам вообще как-то туго. 6 патронов. Пусто. Ладно. В принципе, сюда тоже так нормально, но по урону я не знаю, как она. Но вот это вообще вещь. Ладно. Возьмем наш любимый. Любимую вещь. Ой, я думаю, сейчас шлепнище. Слизь-ка по-культурному как-нибудь. Я так понял, ты по-культурному не умеешь, что ли? Так, кто там еще остался? Ты еще там жив? Не знаю, куда они делись. Но ёп. На подходе. Ну ты чё, подошел там? Он с пушкой. Кто еще хочет там поиграться? Вот это вещь, я понимаю. Вот это я вещь, вот это вещь. Просто идеально, ни капли не жалею, что ее приобрел. Как мне слазить по-культурному? Он прыгает. А слезть как? Ну ты можешь слезть. Ужас лес. Ой, а кто это сделал? Кто это сделал? От фургончика. Что же он так тащится-то? Чувак, ты реально угнал фургон? Да, но за мной тут хвост. А, черт. Так, а что дальше делать? Что-то я не понял вопроса. Я не мог представить, что ты доберешься до него. Если он тебе нужен, соображай быстрее. Ладно, ща. Так, веди их к моей скульптуре. Пусть чуваки приобщаются к искусству. Не, фургончик, кстати, в управлении хорош. Реально хорош фургон в управлении. То есть даже на какой-то muscle car или спортивную машину это вообще неуправляемые вещи, а это с моей как вообще прям удобно управлять. Единственный транспорт, которым можно управлять. Только не машина, только не машина. Блин, это гражданский был. Я думаю, это этот. Удачи. Дробовик. Тут один выстрел есть. Вот у тебя пометки, да? А я дача какая. Нихера себе ты с дробовика стреляешь. Чувак, извини. Блин, реально без концентратора. Ты чё, охренел что ли?
На тебе в другую ка. Какой-то жирный. Ладно, другой метод. Так, что там с тем-то дальним? Я тут. Не, ну блин, ну что за люди? Ну, что за дырки? Я специально отошел от этого фургончика. А тут откуда-то дырки появились. Или они были? Ну, подвинься. Блин, фургончик веселый. Замани их к скульптурам, устрою фейерверк. Пугаешь ты меня, Тибо. Я надеюсь, меня эта фигня не убьет. Причем защищающим будет. И... А, мне не дает даже... А, вот, слышу. Задание выполнено. Машинка клёвая у тебя. Чья жестокость шокировала общественность, в соцмедиа получил прозвище «Кровавый художник». Полиции нужна любая информация о подозреваемом и о Штраусе. А, типа, наверное... Я слышал о нем. Окунает руки в кровь убитых и рисует. Какая тварь. Молись, чтобы мы не встретились. Рейн, Эден может его запросто вычислить. Если такого хакера вычислил. В каком смысле? В онлайне. Его заметили... Правда, в основном ламеры. Волноваться не о чем, я их сюда не пущу. Но нас пару раз пощупали. Пощупали? Один меня нервирует. Зовут Дефолт, и он спец. Присмотрю. Станет докучать, скажи. Так, а мне куда идти-то? Йоу. Привез я фургончик. Где задание? Во, привез. Значит, теперь фургон на тебе. Твою мать! А ведь это может сработать. Надо освободить подход, чтобы пробраться в здание Блюм. Ты про вертолеты что-нибудь знаешь? Я не про те, что после второй бутылки. Имел с ними дело, да. Только к чему ты это? Предчувствие. До связи. Ну, может, дадут полетать. Отлично. А я тогда твой фургончик возьму. Ты не против? А что если я его взорву к чертовой матери? Ты как на это смотришь? О, мы выиграли. Цвет меня раздражил. Ну я тебе вернул. Че там? Бандитский притон, да, в жопу его. Мне нужно, кстати, пополнить припасики бы. Куда мне идти? Где мне припас можно пополнить? По-бырому. Убежище. Сейчас вернемся, пополним и опять вернемся. Так, я рядом с этой. Да. А вот ради прикола, я могу с ней побазарить просто?
Ubisoft любит такие фишки придумывать, тихие. Как в Assassin's Creed, там, оказывается, можно было после анимуса болтать, узнать много нового. Это только на втором прохождении, понял. Так что я думаю, тут тоже, наверное, можно как-то с этой Кларой побазарить. Клара, а я тут. Клара. Клара. Где она? Лоль. Ты куда пошел? Идите рулить. Самое что, я не знаю, как их отменять. Сетевые гонки. Можно попробовать, в принципе, но я сейчас не в таком положении. Клара, ты где? Побазарить хочу. Слышь? Как темно тут. Да тут полно роликов. Мне неохота их смотреть. Клара. Клара, Клара. О, тут даже постелька есть. Отдохнуть? В принципе, давай. В игре есть постель, но мы ей никогда не пользуемся. Почему? Не знаю. Второй раз за всю игру поспали. Первый в самом начале игры, второй почти к концу игры. О, гардероб тут есть. Фу. Фу. Класс. Мне просто реально этот стиль больше нравится. Блюмовский. Так, Клары нету, ага, значит нас подставили, подставили разработчики. Доступ он, да, все равно я не хотел. С высокого ствола. Сетевая дешифровка. Да не знаю, ребят. О. Рассвет, что ли? Нормально так, да? Тоже бы хотел так. На телефон чпок, а он у тебя завис. Машина! Машина! И как вы хотите, чтобы я добрался? О, и здесь тоже. Просто бункер. Слышь? Машину мне доставь. Да какие ты сетевая слежка. Машина мне по требованию. Реально, фургон и то лучше ездит. О, маслкарчики может погонять. Да ну. Это такси. В управлении я имею в виду. Вот на такой хочу попробовать. Ну тогда отставь ее мне. Короче, тачку подогнали, забирай. Мне интересно, как вы ее подогнали. Вопрос, как? 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 Сюда имеем доступ только я и Клара, и еще тот дедулька. Но, в принципе, у него уже нет доступа, потому что у меня дал ключ. В этой машине вообще фары есть, что-то они не работают ни хера. Тихо. Погнали. Так, где-то тут есть выезд. Вот он. Тихо, тихо, тихо. Машинка-то новая. Блин. Клево. Я также выхожу, когда машину припарковываю вообще, ну, чтобы другие проезжали, припарковываю так слишком вплотную. Мне тоже приходится вылазить через пассажир. Это крайне неудобно.
особенно на Deo Nexi. Так, где этот дедулька? Дедулька, мне нужны твои ассортименты. Ассортименты. Дай сюда. Келеск. Ассортименты. О! Привет! Гранатки. У меня такое ощущение, что я покупаю качан капусты. За тобой точно никто не следил? Нет, точно. Блэкаутов почему-то у меня нету. Непорядок. Бабла у меня вообще не имеет. Я еще, кстати, не снимал. Там тысяч, наверное, 50. Так 100. И знал. Что ты знал? Что ты знал, что я у тебя все куплю? Да, ты прав. И также обратно залазить. Формула 1, Формула 1, Формула 2, Формула 3, Формула 4. Да? А, ну да, ну как, я сел за такую машину, сразу же начали все на ней рассекать. Здесь, кстати, в дождливую погоду офигенные эти. Лужицы такие. Только почему-то они не работают, когда я на них уезжаю. Давай, меня сфоткай, погоди, сейчас я. Сейчас я. А. Сфоткал, сфоткал. Сфоткай меня. Сфоткай. О, красавчик. Спасибо, спасибо. Погнали. Я у тебя хакнул один ключик симовский. Не благодарю. Еще один ключик свистнул. Лестницы? Да легко. Легко. Так, а что? О, давай этим поможем. Раступись. Тут где-то преступление будет. Осталось найти. Эй, чувак, ты принес или нет? Еще нет, но я принесу завтра. Хватит этого дерьма. Спасибо, чувак. Меня как быстро. Ты даже пукнуть не успел. Ничего себе, ты уламываешь. Ничего себе, у меня репутация в минус. Вот то, что я сейчас сделал, вообще не имеет смысла, потому что я случайно сбил одного. Да, в жопу это уже. Где банкомат тут? Да ты что? А как насчет вон того бедолаги? Он сам бросился, все свидетели. Нехер сидеть тут на проезжей части. Банкомат. Реально, просто уже надоел вот это. Вообще, тебе нельзя пукнуть даже, у тебя репутация минус уходит. Это отстойно. 62 тысячи. Моя машинка. Ой, а кто это сделал? Эх, какой злодей, какой злодей. Какой злодей. Почему у меня больше нельзя хапнуть? Стой. Во! Чувак такой идет и с лестницы такая. Машина выезжает. Йо. Успел. Видали все? Видали. Ха-ха. Кто так еще может? Кто так еще может? Ой, кто-то на остановке прямом сидел. У кого-то сегодня почты не будет, точно. Чего не нравится? Сколько? 10 тысяч. Ничего себе, ничего себе. Здравствуйте, здравствуйте. Мне, пожалуйста, все боеприпасы. 1500. Не вопрос, чувак. Что вы ищете? Слушай, у тебя есть что-нибудь такое новенькое? Привет. Здорово, здорово. Прикольно то, что можно все боеприпасы прям пополнить, какие хочешь. Чтобы не каждой пушки там выбирать. Все куплено. А у меня вот этот, по-моему, куплен, да? Куплен. Что-то меня показывают, да? Супер вождение реактора.
Я могу вообще все оружие купить, ну зачем? Вот это вроде кажется таким. Полуавтоматический револьвер. Скорострельный. А мне его, по-моему, дали за что-то. Давай-ка вот это купим. Чисто для прикола. Пистолет-пулемет МП-5. Да нахер он нужен. СВД. Вот это мне, по-моему, дали. Да, я ее не стал покупать. Штурмовые. АК. АК. Вещь. Чё? Автоматическая винтовка. Да, я тоже купим. Все равно бабла некуда девать. Ведь в других играх жалуешься, что у тебя бабла нету. А в этой есть, но ты... Нет, не против, ну их просто девать реально некуда. В других играх там бабла нету, но зато столько вариантов. Куда хочешь, туда и девать деньги. А здесь мало вариантов, куда девать. Ладно, поедем мы на задание. Так. Вот где-то тут. Удобно быстрое перемещение. Чтобы по 300 раз не ездить. Полный, мы в полный. Мы полный. Так, здесь хакнуть можно, я знаю. Так, машинка-то классная. Люблю такие загородные эти поселки, городишки. Мне кажется, или с выходом нового патча они пофиксили вот это управление, чуть-чуть улучшили. Не знаю, могу ошибаться, но мне кажется, что они чуть-чуть улучшили. Напоминает мою личную машину в этом, в GTA-шке онлайн. Тоже такие колеса. Как-нибудь, может, покажу. Ладно, но тем самым у нас есть задание. Да, неплохо тащит. По-моему, мне кажется, они переделали управление. Физику, точнее, машин. Чуть-чуть изменили. В лучшую сторону. И что-то от нас хочет Тибошка. Тибошка. Ну и назвал я ее. Да, неплохо тащит. Главное не вылететь. Напоминает НФС Карбон. Давай, тащи. Я ничего не вижу. Втащила. Я ни хрена не вижу. Вообще ничего не вижу. Все темно, и каких-то я на каких-то скалах. Ну да, само собой он ничего не может по этим скалам. Ну чуть-чуть не доехал. Куда-то залез, куда-то упал, куда-то поднимался. Я вообще не вижу. Я только вижу белый костюм. Вижу, куда-то уперся. Реально темно. Ой, у вас вообще там темнотища будет. Отстойно. Вышел на дорогу, отлично. Придется пешком идти. Вы нами видите только белый костюм и телефон. Оп, телефон нет. Телефон есть. Ну так чуть-чуть. О, надо вот так постоянно делать. Тогда видно. Может, конечно, гамму попробовать вкрутить. Да ладно, все равно дошли уже. Вот, кемпинг. А теперь мне надо пробраться в штаб-квартиру Блюм. Нигде без Блюм не обходится. Их тоже дети. Они мутят, и дело не только в сети ОС. Надеюсь, Тибон знает, что делает. Так, на позиции. Что будем делать с вертушками? Погоди. Давай, сейчас! Чё давай? Я тебя как преследовать-то буду?
вопрос. Как? О. Сейчас. Вы слишком далеко отсюда. Да твою же дивизию. Вот, кстати, следы меня укатило. Ладно, хоть тут запасной вариантик есть. Напоминается миссия в GTA, что там надо было за самолетом падать на мультике. У тебя есть какой-то план? Ну? Ехать. А куда он сейчас? И зачем тебе это? Смотри, суть вот в чем. Блюм каждый день обновляет протокол безопасности и гоняет на полуне вертолет с новыми данными. Так что он приведет нас прямиком к этому главе охраны. И тогда бинго! Вы можете отследить любого человека в любой точке в любой точке города. Вы не можете отследить вертолет, куда он приземлится. Ну блин, ребят, вы такие крутые, это хакеры. А тут вы не можете сделать простую вещь. Но это я симпен сделал, чтобы ты следил. Ну, за вертушкой. Ну почему мне не сделать там, допустим, потерял и попробовал выследить. Ну, допустим, чтобы выследить, ты должен там побывать, ну, в некоторых точках там. Ну, типа, как бы, накосячил, исправляй. Ты должен там, ну, где последний раз вертушку видели там. Ты должен вот это все проследить, отсканировать там. И ты в следующий раз уже будешь думать, а стоит ли тебе халтурить, и тебе надо бы догнать вертушку, чтобы потом вот эти дополнительные задания делать по поиску ее. Вот это мне показалось бы намного круче было бы, чем просто: а, ты провалил задание, ты потерял ее из виду, все. Тупость. Так, где тут полинчик? Ну что ты встал? Тут даже знаков нету, ступи дороги, не круче. Ну все, я приехал. Сейчас на трейлер парка. По-моему, бред какой-то. А хотя, кажется, я понял. Многие парки. Из Туляпу не следят за безопасностью в Блюм. Не живут в этом гнезде параноиков. А глава охраны среди них? С полным доступом. Скорее бы уже. Помнишь охрану того фургона? Те же парни. Весь патруль из этих шизиков состоит. Экстремалы, правительство в топку, все дела. Люблю таких, вопросов не задают. Вломят тебе, и дело с концом. Угу. Посмотрим, кто кому вломит. Кто-то из вас новоиспеченный глава охраны. Еще неделю назад я был счастлив. Жена, Эбигейл, оф Майами. Новая жизнь. Зачем взорвал? Так, ну мне нужен, собственно, ключик. Я так понял. Так, кого мы еще не просканировали? Что-то тут соединение сетевое сбоку. Макс. Угу. Снайпер. А как я этот? Как я запалился? Только из-за того, что взорвал случайный щиток, но малое перенапряжение. Почему сразу я? Значит, а это имперец по-любому. Тупость. Сырая игра, сырая еще. Своей тупостью она убивает. Сейчас он на трейлер парка. По-моему, бред какой-то. Что-то у меня как далеко кинул. Кажется, я понял. Многие из патруля ПУ не следят за безопасностью в Блюм. И живут в этом гнезде параноиков. А глава охраны среди них? С полным доступом. Скажи, ты видишь, я в костюме агента Блюм. Помнишь охрану того фургона? Те же парни. Весь патруль из этих шизиков состоит. Сорвать. Нет, пока не знаю. Правительство в топку, все дела. Люблю таких, вопросов не задают. Вломят тебе, и дело с концом. Легче так будет, чем с вертушкой. О! Другой автомат. Кого включить?
Вертушка! Вертушка! Выручай! Кто-то из вас новоиспеченный глава охраны. Да, то где его найти? Вот никто больше не ходит. Не заходит. Да, он женат. Поздравляю. А только ты умрешь. Если мне под руку кинешься. Я же не могу сканировать. Так, ты женат, не женат. Во! Во! Наведись мне на него. Наведись! Возможно, это ты. Или нет. Что значит, возможно, это он? Ну же, помоги мне. Как далеко-то? 100 метров. Не хакать его. Отлично. Заходи на второй круг. Че, людишки? Отлично. Я их помечаю просто. Это как орлиное зрение в этом. У вас совсем скрыт. Че, он туда-сюда только ходит? Ага, ага. Значит, как я с той камеры с моего, и он там стоял. В машину. Как я на вертушке, он сразу же ходить начал. Мне, прикинь, 30 метров, и он у меня не наводится на него. Зачем мне сканировать? Единственный вариант только вот это может быть. Что он к этой машине подошел. Помехи. Но она отсюда, по-моему, тоже не сканирует. Бывший боец спецназа. Занятие отдел охраны, блин. Да не сканирует он мне его. И с усатой не сканирует. О. 37 метров. 36 до него. Не сканирует. Да я хотел этот, как бы. Я думал, у него камеры. Ну, хотел просто этой камерой к нему подойти. Ну, или хотя бы мимо проходил. Не, ребят, ну, не хочет. Ага, тоже мне. Сканер с усатой, чтобы вас не запалили, ага. Если все равно мне придется вручную туда проходить. Если была бы ночь, счет другое дело, я пробежал через блокаут. Так мне придется. Че у вас тут? А, нет. Попозже. Да мне тем более недоступно сразу. Но тут минус то, что вертушка палит. Да она меня запалит и кирдык будет. Попробуем, конечно. Ну, от вертушки не скрыться все равно. Я думаю, она так тупая и не запалит. Раз приходится слишком близко подходить. Смотри, там еще чувачок. Отлично. Его как с вертушки меня не запалило.
круто. Что мне надо сделать-то? Нейтрализовать, что ли? Ага. Вертушку чуть не запалила. Вот это стелс, вот это я понимаю. Пробрался. Никто даже не запалил. Не у тебя. Еще попробую. Ты что, издеваешься? Я сюда пробирался, и в итоге не этот говнюк. Но это было опасно. Но все-таки я прибрался. Вертушка. Мне эту кнопку нужно. Как они меня не могут запалить? А, реально меня не видно. А, вон видно. Ну, еле заметно. Это камера, да, я вот так увеличу просто. А так-то вот так, на самом деле, выглядит. Мне трудно заметить. Что обнаружено? На палатке системы света. А, помехи просто. Окей. Ну, кого же еще? Не будет этот руководитель службы безопасности в дозоре ходить. Тупость. Ну, где он еще может быть? Да я уже почти всех просканировал. Так, а я могу просто сделать. Ты что сюда зашел? Где отсюда? Где отсюда? Слышишь, сказал, иди отсюда. Это не то, что ты подумал, все ушел. Давай, подойди надо мной. Так, ну я всех это пометил. Сканером. Но все равно никого не могу найти. Недавно женат. Летом двое человек, но я не думаю, что на входе будет стоять. Тупость. У меня не на улице то, что ли. Или там один. Часто медитирует. Да. Точно. Не благодарю. Как я его не нейтрализую? Мне в вертушку бы сбить. Ну, тут еще этот ходит. Гранет. Я не думал, что я его смогу нейтрализовать. Попробовать можно, конечно. Надо же смог. Так. Снайпер, блин, ты что сюда паришь? Ну, у него это добрая связь был. Плохо ему, короче. Вертушка. Так бы можно было еще пробежать, но вертушка она палит. Я вообще не колышу, что здесь лежат это нейтрализованные бойцы. Для нее это нормально. Как в Assassin's Creed Black Flag. Этим. Ой, один запалил. Да, но его я нейтрализовать не смогу.
Хотя так же только если хакнуть. Черт! Черт! Да он издевается над нами! Ищи его! Шевелись! Ну сюда зайди. Берегись! Ой, тупость. Что за тупость? Я подбежал к нему сзади, сзади, то есть я мог его нейтрализовать. А нельзя. Он тут же почувствовал это спиной и повернулся. Ну, блин, ну да, да ладно. Почему мне всех заново надо сканировать? Что за тупость? Ладно, мы просто сделаем покруче. Машина была, где она? Она такая удобная была. Сюда, чтобы ты зашел. Чтобы никто не запалил. Нашел чудо. Ну сюда заходи. Ну заходи сюда. Отлично, заходи, заходи. Сейчас я тебя привлеку, ты подойдешь, я тебя хакну. Не слышит, а? Что ты за человек такой? Услышу. Бух, бух, бах, на. Вот и все. Я надеюсь, его никто не заметит. Ручной пулемет. Да хер с ним. Вот, а тут лежало тело. Сейчас хотя бы я его спрятал. Осталось самое сложное — пробраться через это все дерьмо. Можно было не вертушку не нейтрализовать, как мы тут вообще замечательно. Ничего не было. Иди отсюда! Нам бы подмогу! За ним! Кому открывать? Я уже ушел отсюда. Машину мне срочно. Ни одной машины, ну блин. Стрём, фуфло. Я тут мотоцикл оставлял. Да кирды, сужи, какой тут. Отдай мне машину. Чё ты её жопой поставил? Дай мне машину. Я реально жалею за то, что я приобрел эту игру просто. За ее тупизм. Вот разработчики никогда не научатся делать ботов умными. Никогда. Но опять одно и то же. Ну одно и то же делать. Меня заколебало уже. Самое то, что мне еще не возвращает ни хрена вот эти потраченные. Все из-за снайпера. Хер снайпер. Может, ты подойдешь?
Сволочь, я тебя вынесу, снайпер. Мне похер там, женат, не женат. Ну заходи сюда, давай, заходи, дорогуша. Давай, иди подойди. На тебе за снайпер. Был бы у меня почему-то так крупнокалиберный с глушаком, тогда бы вообще всех тут повыносил, ядрень фин. Но нет, у меня такого нет. Здравствуйте. Кстати, его тоже можно сюда вынуть. Да насрать на меня. На снайпера этого. Нет снайпера. Тебе показалось. Тут никого нету. Чё там? Я хочу верить. Хоти. Не говорю, что ты пошел снайпера проверить. Говно, так оно и есть. Ребята, вас это не колышет? Взорвать. Есть рецепт марихуаны. Я бы взорвал, но может привлечь внимание это действие. А что если его убить просто? И все. Делов. Я обещал снайперу, что я его шлепну. Я его шлепну. Кажется, я его засек. Проверю. Кого ты там засек? А вот и сам этот выходит на нейтрализацию. Чисто сработало. Сбежать. Легко. Мог даже на машине это сделать. Тупо сел и уехал. Там маслкарчик был. Учитесь. Правда, пришлось по несколько раз переигрывать, но только из-за тупости ботов. Только из-за их тупости. Ничего себе, мне там столько опыта. Экс-препятствие. Ну вот, доступ в Блюм открыт. Черт, а я все не верил. Почему это вдруг? Я реалист. Смотри, я тут пишу гнусный вирус. Стереть меня из системы. Да я жгу. А раз есть доступ и код, добро пожаловать в Блюм. Что с охраной? Да, точно. У них там... жесть. Ага, но это ненадолго. Ты отслеживаешь их фургоны? Само собой. Кинь маршруты, повеселимся. Поиск. А, это убийца, что ли, можно? Пропавшая. Ё, маньяк какой-то. Хоть кто-то живой еще есть.
Это маньяк. Реально, мне стало интересно, может мы на него поохотимся? Может после прохождения игры я поохочусь на него? Ребят, вы хотя бы заглянули в домик, узнали бы, что там. Я думаю, они тут заложники, может, я думаю, освобожу сейчас их. Ага. А тут они фоткаются. Блин, высота-то какая. Реально, можно поохотиться вот на эти поиск. Я думаю, я как-нибудь смогу вычислить. А это что за домик? Сейчас посмотрим. Какой-то значочек просто. Не уверен, что ты залезешь. Залез, мэтик. Не заходит. Здрасте, здрасте. А, погрузчик на меня пустить вообще. В лепешечку. Залезай уже. Че это такое? Значит, Мариса заставили. Так. Компания. Что ж, давайте на этом заканчивать. С вами был Реактор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. До скорой встречи.